Всем привет! Вы снова на канале Cherry LPS. И в этом видео я буду снимать очень классный тег, который называется «Еда». Нашла я его случайно в интернете, мне он очень сильно понравился, поэтому я сразу решила его снимать. Первый вопрос этого тега – самое любимое блюдо. Больше всего мне нравятся суши, роллы, я их просто обожаю. Следующий вопрос – самый любимый фрукт. Знаете, я никогда не задумывалась над тем, какой мой самый любимый фрукт, но могу ответить, что это гранат и банан, в принципе. Ну, вроде все. Следующий вопрос. Самый любимый овощ. Наверное, помидоры все-таки. Если бы можно было бы назвать какие-нибудь маринованные овощи, которые обычно солят и делают там, допустим, по-корейски, знаете, мне очень нравится цветная капуста. Очень. Которая маринованная в банке, допустим, по-корейски, такая остренькая. Вот это мне очень сильно нравится. Но такого вопроса нет, поэтому я просто рассказываю. Следующий вопрос. Фотографирую ли я еду? Ну вот в открытом виде, допустим, нет, никогда я не фотографировала. А в обертке там конфету, шоколад, печенье какое-нибудь, например, необычное, которое появилось у нас в городе, да, я фотографирую, скидываю в Инстаграм. А вот так вот, чтобы сфотографировать в открытом виде что-нибудь, мне кажется, что это неправильно, потому что, допустим, кто-нибудь тоже этого захочет и... Ой, вот он посмотрит и захочет есть. Я бы так не хотела. Меня бесит, когда люди фотографируют суши мои любимые. Всякую еду, которую они едят. Меня это реально бесит, честно. Но если просто что-то в упаковке, то это не так страшно. Например, недавно я нашла новое печенье какое-то. Я его купила, сфотографировала и прокомментировала, что оно вкусное. Но это нормально. Это не вызывает такого аппетита, как если бы человек сфотографировал какую-нибудь вкусняшку в открытом виде. Суши, там, пиццу, вот такое вот. Вот этого я, честно, не понимаю. Некоторые люди прямо в Инстаграме фотографируют свои завтраки, обеды, ужины. И, честно, даже иногда это смотрится ужасно. Например, еда может быть приготовлена не очень в таком красивом виде. На фото это может смотреться еще хуже. Поэтому не вижу в этом смысла и зачем это люди делают. Чтобы похвастаться, что, например, кто-то заказал себе что-то из ресторана. Вот заказали и заказали. Приятного аппетита. Но зачем всем это показывать? Я понимаю, это сейчас модно, но мне это не нравится. Следующий вопрос. Шоколад горький или сладкий? Знаете, по настроению, потому что обычно шоколад я просто так не ем. Я запиваю чаем или кофе, поэтому и такой, в принципе, зайдет. Но больше всего мне нравится все-таки молочный, а он сладкий. Следующий вопрос, кислое или соленое? Я не люблю кислую еду, для меня даже проблематично съесть просто лимон. Даже кусочек лимона без сахара я не могу съесть. А вот соленое я люблю даже очень. Следующий вопрос, часто ли я ем чипсы или сухарики? Я помню, когда училась в школе, постоянно их ела, но потом у меня начались проблемы с желудком, много очень проблем, поэтому сейчас я их не ем. Иногда могу взять маленькую пачку чипсов, но такого удовольствия, как раньше, уже не испытываю, хотя я очень люблю чипсы с сыром, очень, но именно сейчас я не ем. Следующий вопрос, как я отношусь к газировке? А вот к газировке я отношусь очень хорошо, хотя она вредная, но мне она нравится, особенно Кока-Кола, например. А хотя, в принципе, знаете, Фанту я не люблю, Спрайт я тоже не люблю. Вот Кола это моя самая любимая газировка, вроде бы, пока что. Ну и разные там лимонады, Ситро, Дюшес. У нас вот в городе очень много разных газировки продается, и я ее люблю. Я не отказываю себе в газировке, хотя знаю, что она вредная. Следующий вопрос. Люблю ли я пиццу? Да, очень люблю, только мне не нравится пицца с ананасами. Мне кажется, что они там лишние. А так, в принципе, мне вся нравится. Она классная. Следующий вопрос. В чем я себя ограничиваю? В любом случае, мне кажется, что себя надо ограничивать. И в сладком, и в фастфуде. Нельзя есть всего много. Нужно в меру. И фастфуда можно иногда поесть немного, чтобы не болел живот, чтобы не было плохо, чтобы не травиться. И сладкого тоже много есть нельзя. Обязательно себя надо в чем-то ограничивать. Я просто стараюсь ограничить себя в сладком. Я стараюсь есть меньше сладкого, потому что оно не полезное. Хотя я сладкоежка еще та. Следующий вопрос. Какая моя нелюбимая ягода? Ну, наверное, типа клюква там, калина. Ну, вот такая ягода, которая горьковатая. Я их просто не ем. Облепиха тоже вроде бы не сладкая. Я люблю сладкие ягоды. Малину, ежевику, там голубику. Вот это классно. Следующий вопрос. Мое отношение к фастфуду.
У меня нормальное отношение к фастфуду, просто если его есть в меру. Если немного есть там гамбургеров, чизбургеров, картошки фри, суши, пиццу, это все фастфуд. Но если в этом есть какая-то мера, если этого есть немного, то он не будет так сильно вредить. Я вот не часто это все ем, но когда ем, то ничего страшного, это иногда можно, просто не очень много. И тогда отношение к нему будет совсем другое. Я люблю фастфуд, правда. Более того, иногда я даже могу себе позволить шаурму. Я ее обожаю. Но она тоже не всегда очень хорошо сделана, допустим. Но ничего, иногда я все равно ее себе покупаю. И все нормально. Следующий вопрос, сколько мороженого я могу съесть? Дело в том, что в основном мороженое я ем летом. Поэтому летом я могу сказать, сколько я его ем. Но может быть 2 мороженого в день. Я стараюсь себя тоже ограничивать, потому что у меня слабое горло. И очень быстро начинает болеть. Поэтому я стараюсь много мороженого не есть. Тем более зимой и осенью. На этом все. Это были все вопросы. Тег получился очень классным. И на голодный желудок его смотреть нельзя. Потому что в этом теге речь шла о еде. Огромное спасибо всем, кто посмотрел это видео. Я вас очень сильно люблю. Если хотите, то подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока и до новых видео на канале Cherry LPS.